вращающийся шар превратился в тонкий диск с протосолнцем в центре. Внутри твердое вещество начало образовывать сгустки, постепенно увеличивающиеся. Сгустки объединялись в группы размером в несколько километров, которые называются планетоземалями. Вдали от Солнца, в наиболее холодных областях, сохранились ледяные планетоземали. В более горячих областях около Солнца остались только каменные и металлические образования. Вначале планетоземали заполняли пространство очень плотно. Но с течением времени некоторые из них в результате очень мягких соударений объединялись в более крупные объекты. Другие же сталкивались на таких больших скоростях, что вновь стали планетами-гигантами. Из дисков вокруг них образовались спутники. При массе, превышающей массу Земли примерно в 10 раз, сила тяготения каждого из этих гигантов была достаточной, чтобы притянуть из окружающего пространства газ для образования толстой атмосферы и удерживать ее. Во внутренней области Солнечной системы, до того как сформировались большие планеты, происходило очень много столкновений. В конечном итоге появились четыре планеты земной группы – Меркурий, Венера, Земля и Марс. Их поверхность была раскалена непрестанными бомбардировками, а радиоактивные процессы нагревали ее изнутри. Металлы в расплавленных планетах опускались к центру, в то время как более легкие каменистые породы поднимались к поверхности. Затем они остывали и отвердевали. Луна, возможно, образовалась в результате катастрофического столкновения между недавно сформировавшейся Землей и другой планетой размером с Марс. Поверхность Луны и всех других каменистых спутников и планет формировались в результате интенсивных бомбардировок на протяжении примерно миллиона лет. Со временем большинство планетоземалей были или разрушены при столкновениях, или выброшены в отдаленную внешнюю область Солнечной системы, или осели в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Некоторые планетоземали были захвачены гравитационными
Thank you.
чувствовал.